Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, Лига Мастеров 3 звезды. Я хочу, ребята, глянуть, скинули ли меня или нет. Нет, но ранг 81, ребята, завтра у нас уже будет понедельник. Поэтому давай-ка мы сегодня, возможно, даже попадем в топчик. Но это не точно. Если мы не будем лажать, как это было вчера, то, в принципе, все у нас должно получиться. Единственное, знаешь, что я не уверен, что Донателло у нас по инициативе потянет. Поэтому я, наверное, его все-таки заменю и поставлю. А кого поставить-то лучше? Ну, в принципе, Армагон. Армагон здесь у нас будет превосходно себя чувствовать. Во-первых, он будет первым ходить. Соответственно, нанесет колоссальный урон. А уже Леонардо останется добить. Я надеюсь, что он будет вторым ходить. Ну-ка. Да. Ну что ж, начало неплохое. Теперь главное держать такую марку, ребят, чтобы не было вчерашних приключений. Так, смотрим. С 80-ки мы переходим на 72-ю позицию. Так, давай-ка мы обновим. Ну, давай вот этих возьмем. Возьму Рафаэля, возьму Донателло, Зека здесь подтяну. И, наверное, ребята, вот так сделаю. Я не буду брать уже тех самых захудалых первосортных наших бойцов. Точнее, низкосортных бойцов, для того, чтобы их не уронили. Пускай будут 70-ники, они, по крайней мере, ребята, выдержат, если что, урон. Тем более у нас здесь... Так. Нежданчик. Я что-то не... А что, что-то все из-под контроля вышло? Почему? Ну-ка давай, Рафаэль, бери-ка провокацию. Донни. Да куда ты? Ну куда ты, жиртряс, лезешь? На тебе, по щам. Так, этому тоже кранты, поверь мне. Здесь сделаем вот так вот из гранатомета. Слушайте, ребята, несмотря на то, что я взял раз, два, три, три топовых бойца у меня были, мы, если бы не Рафаэль со своей провокацией, мы бы, наверное, здесь бы схлопотали бы по первому числу. Так что не надо опять вот эти риски. Вот здесь, например, смотри, два майки. Я, наверное, сразу возьму. Так, подожди ты. Я, наверное, вот так вот возьму, ребята. У нас же Алапекс, насколько я помню. Так, если мне не изменяет память, ребята, Алапекс имеет хорошую инициативу. Она, ну, конечно, не будет первой ходить, но, по-моему... друзья мои. У Алапекс инициатива круче, чем у кроликов. Прикинь? То есть кроликам сейчас как нефиг нафиг их разбомбить. Интересно, а у Лапекс инициатива круче, чем у Рафаэля? Ну или хотя бы, чем у Зека? Надо будет их как-то вместе поставить в паре и сравнить, да, друзья? Так, друзья, ну смотрите, уже 48-я позиция, в принципе, идем неплохо. Откатов, правда, у нас нету, но мы можем заработать. Тоже не забывай об этом. Так, берем Донни Бакстера, кожеголового. Так, и вот так. Я знаю, что здесь вот этот Рафаэль будет ходить первым. Потом должен ходить, по идее, Пиццелицей. Бакстер и Донателло, по-моему, будут ходить самыми последними. Первым, конечно же, ходит Рафик. А потом, скорее всего, даже кожеголовый. Нет, все-таки Донателло, ребят. А после уже кожеголовый. Да, вот так вот у них распределяется инициатива. А, как я тебе сказал, что, по-моему, потом бы ходил Пиццелицей. И уже в конце Бакстер стоп. По-моему, он самый медленный из всех. Ну что, сороковку дадите мне? Блин, 7 ступенек, мало. Надо брать такие команды, где бы... Давай вот это возьмем. Где меньше очень мощных противников. Беру Супер Шреддера, Кунаичи и... Наверное, возьмем Усаги. Для чего? Ну... Тут, друзья мои, Усаги, по идее, должен ходить первым. После него идет Супер Шреддер. Ну, и я надеюсь, что Кунаичи, как говорится, не останется в стороне и присоединится к этой битве на третьем ходу. Если, конечно, он останется. Это третий ход.
Поэтому мы не узнаем. Ну, Куныичи, ребят, пойдет, потому что эти совсем слабенькие. Естественно, Куныичи пойдет. Так, ну что, давай 38-ю. Ой, 35-ю. О, 29-я позиция. Слушай, нормально. Как всегда, друзья мои, я встал сегодня в 9 вечера. В 9 вечера. Я так и думал, что я все просплю. Я так и думал, что я все просплю. Слушай, подожди, а мы с тобой берем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди секундочку. Тут у нас... Ты видишь, кто у нас тут? Блин, а у меня откатов нет, прикинь. Ладно, придется вот так вот делать. Потому что Маузера не звезда, но привет своей массовой атакой. После Кренга. А, блин, ну если мы вот так вот сделаем, то, возможно, нам повезет. В каком плане? В том плане, что Маузеры, когда делают атаку, они, возможно, даже не попадут. Блин. Ну, если бы я знал, что и... Если бы я знал, что Кренг их так легко разберет, естественно, я бы не стал бы брать топовый отряд. Да. Ну что это? Ну что это? 6 ступенек всего лишь. Так, друзья, пойду я, наверное, ежедневные задания выполню потом. Здоровски. Они еще даже не откатились, ребят. Они еще даже не откатились. Вынудили меня покупать. Ну ладно, бог с ним. Купили и купили. Продолжаем тогда разговор, друзья мои. Беру здесь Армагона, беру здесь Маузеров. И в принципе этот отряд будет вырубать всех. Нам там нужно-то сделать всего лишь 4 поединка и все. И мы с тобой, ну, полностью зайдем в топчик и будем там сидеть до завтрашнего дня. Завтра понедельник, еще раз повторяю, ребята. Завтра будет по возможности буст. Опять же, все зависит от того, когда я усну. Если я проснусь в 3 дня, что маловероятно, то бустанемся. Я с этим графиком, ребят, я уже в магазине не был, знаешь сколько? 4 дня. То есть я постоянно просыпаюсь, магазины уже закрыты. Я уже там сварил себе каши. Как она называется-то? Овсяной, блин. Сижу на одной овсянке. Здоровски. Вот так вот. Потому что не успеваю. Не то, что не успеваю. Просто просыпаю все магазины. В ночные я эти не хочу. Там ценник завышенный у них. Так, ну что, погнали. У меня и кофе кончилось, и капучино. Все кончилось, блин. Так, бомбим. Шикарно. Ну что, друзья мои, сейчас помним, на каком мы сейчас месте, на какой позиции. И отсюда уже делаем вывод. По-моему, там один поединок останется. Ну ладно, уж давай добьем, фиг с ним. Хотя откаты мне не особо хотелось бы тратить. А я, знаешь, что попробую сейчас? Без траты откатов. Как думаешь, выгодаем вот такой командой? Сможем их разрулить? Я тоже сомневаюсь, но... Блин, попробуем. Плохо, иммунку повесил. Так, кто же тут у нас? Блин, этот хиллер, этот баффер. Этот массовик-затейник. Ладно, посмотрим. Ох! Рафик, а ты красавчик. Фига себе бомбанул. Наверное, я сделаю вот так вот. Теперь попробуем вот так вот. Ага. И добиваем. Все, друзья мои, шикарно получилось. Но нифига Шреддер звезданул нам. Пол здоровья у всех сразу же хоп, как с куста. Ну что, друзья мои, без траты откатов мы с вами забираем первое топовое место. А теперь идем фармить наши эксперт-снаряжения, если получится, конечно. Ну, как всегда. Так, снаряжение союзники хотя бы дали. На жетоны, ребят. Они делают уклон на жетоны.
Ну ты посмотри. Две попытки осталось. Есть. Фух. Ну. Ну хотя бы снаряжение союзники. И то. Более-менее. Чем какую-нибудь тут фигню бы вытянули. Так, теперь мы идем с тобой куда? Ну, задания тут выполнены. Теперь мы идем в список и... Ой, как мутагена у нас мало. Где у нас Рафаэль? Вот он. Ну что, Рафаэль, давай искать. Так, три геймпада надо. Раз. Мутаген пока идет. Джойстик выпал. Дай геймпад, говорю. Так, это второй? Подожди, это второй или это последний? Нет, это второй. Ну, то есть предпоследний. Теперь ищем последний геймпад, друзья мои. Вот он. Так, дальше у нас идет 6 шляп с напитками. Выпадает тыква, всякая ерунда, но не шляпы, да? Так, одна есть. Вторая. Ну? Пицца заканчивается, ребят. Последняя. Только две шляпы с напитками получили. Ну, нет, ребята, здесь смысла больше ничего делать. Заданий нету, блин. Странно. Тут мы с тобой сделать ничего не сможем. В общем, друзья мои, все, ждем тогда понедельника. По возможности бустимся. Ну, если получается. В любом случае, посмотрим, сколько у нас там будет. На какое место будет за одну заходку. Фига себе тут. 50 ДНК, тут 15. 22. Опять 15. 14. Тут у них у всех 5. Так, 3. 2, по-моему. Ага, тут. Да, не то, не то. Ладно, сбилось. Фиг с ним. В общем, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.